Арнольд Шварценеггер. Мы спасаем людей, а не убиваем. Какое у меня задание? На краю света, где не действуют правила. Ваша команда найдет лагерь, где держат заложников, и вытащит их без лишнего шума. Какая еще команда? В глубине джунглей, где все, что движется, представляет опасность. Заблудишься здесь. И тебе кранты. Работаем, сынок. Ток-ток. Элитный отряд спецназа. У тебя кровь идет. Кровь отставить. Ведет прирожденный воин. Нам нужны лучшие, поэтому я позвал тебя. Но теперь, че это Билли так напрягся? Кто-то следит за нами. И это не человек. Их ждет схватка с самым страшным противником. Святая Богородица. Которого еще не видела Земля. Джунгли как будто ожили и схватили его. Он невидим. Ни крови, ни трупов. Мы не попали ни разу. У него тепловое зрение и особое чутье на страх. Эта тварь убила Хоппера. И теперь наш черед. Он убивает ради удовольствия. С него живьем содрали кожу. Охота для него спорт. Он убивает нас одного за другим. Мы все умрем. Но в этот раз он выбрал не ту жертву. Если его можно ранить, значит можно и убить. Двадцатый век Фокс представляет. Арнольд Шварценеггер в фильме «Хищник». Охота началась 12 июня.